Под звуки сигналов транспорт въезжает на центральную площадь Алмазной столицы. 4 октября колонна автопробега из Питера в Мирный прибыла в конечную точку маршрута. А уже на следующий день участников официально встречали мирнинцы. На фоне баннеров участники автопробега фотографируются на память. Несмотря на усталость после долгой дороги и разлуку с близкими, готовы снова отправиться в путь. Я бы еще съездил. Ностальгия уже у меня ностальгия. Уже печально, неохота возвращаться в рутину. Охота еще проехаться по городам. Для многих участников пробега это первая длительная поездка. И уж тем более на автомобиле с метановым двигателем. После 8500 километров они полноправно могут оценить плюсы и минусы природного газа. А некоторые уже давно перешли на его использование. Я уже езжу 2 года на газу, поэтому для меня, собственно, выбор был очевиден и достаточно давно сделан. Это, конечно, выбор каждого человека, у которого есть частная машина. Конечно, тяжело расставаться с любимой машиной, но если машина рассматривать просто как средство передвижения, вот, то, наверное, имеет смысл все-таки подумать, то ли тратить на 1 километр рубль 20, то ли тратить 4,5-5 рублей. На площади участников встречали и чествовали сами организаторы пробега, представители местной власти и компании «Алроса». Конечно, компания «Алроса», имея добычные газовые мощности на территории Мирнинского района, не могла обойти проект перевода своего транспорта на газовое топливо. Мы этим занимаемся уже больше 5 лет. Уже очень много легкового транспорта переведено, грузовой, общехозяйственный транспорт. Сейчас вот мы начинаем постепенно переводить транзитный транспорт, междугородний. В конечную точку маршрута прибыли автобус, легковой автомобиль «Лада Ларгус» и тягач «Скания». Все с двигателями на газе. По словам водителей, техника в пути показала себя отлично. Однако в эти минуты обсуждали даже не машины, а делились личными впечатлениями. Ну, конечно, хочется и домой, но скучаю по тем ребятам, которые не приехали сюда, по независящим от них причинам. Они остались в тех городах. Ну, команда у нас была хорошая. Я бы еще раз поехал с такой командой в тот же путь. После торжественной части участники автопробега из Питера в Мирный за круглым столом в районной администрации подводили итоги, обсуждали, как теперь в Мирнинском районе развивать газомоторное направление. 32 города и 23 региона. Это путь на газовом топливе из Питера в Мирный. Водители здесь отмечали в каждом городе. Омск, все идет по плану. Новосибирск для кого-то стал родным. И вот они в конечной точке, в Мирном. В дальнейшем автобус отправится в Айхал, «Лада Ларгус» отправится в Якутск, и «Скания» останется на мирнинской земле. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край».